Привет, всем привет, с вами Дива, добро пожаловать на мой канал. Сейчас мы с вами посмотрим вторую долгожданную серию, я не знаю сколько, полгода, наверное, мы ждали вторую серию «Духа моей общаги». Я один здесь, вторая серия, ну я уже говорила, что она вторая, от Феникс анимации, ссылочка на них будет в описании, если кто не знает, обязательно чекайте, лайкайте, потому что это помогает продвижению, а продвижение помогает выпуску, более скорому выпуску новых серий. Так что лайкосик, подписочек, колокольчик. Вот напоминаю еще разочек, что одобряются, поддерживаются, принимаются. И поехали смотреть. Не знала, что... Или это сон? Видимо, все-таки сон. Какой кошмар. Привет. Извини, я разбудил? Который час? Прости, я знаю, ты такое не очень любишь. Я сейчас включу что-нибудь посовременнее. Да сколько времени, господи? Как раз половина девятого. Самое время вставать и собираться на пару. Да, заснешь тут. Вообще, ты молодец. Два экзамена позади, осталось еще три. Я собрал твои вещи, все, ну, кроме конспекта, ты помнишь. А, еще завтрак. Я заметил, что ты совсем не завтракаешь. Жаль, что сегодня тоже не успеешь. Мы уже опаздываем. Собирайся скорее. Чего это не успею? Будет завтрак на вынос. Как раз последний. Пустой холодильник. Тебя ничему жизнь не учит, да? В следующий раз, знаешь, кто может и не оказаться рядом, и тогда уже... Когда на тебя из общаги вылетает что-либо, что-либо съедобное, ты не возмущаешься, ты радуешься. Да. Ой, ну конечно, как же я забыл! Весь мир же вертится вокруг Антона, что бы я без него делал-то? Ну, как минимум гнил бы в земле. Как ты, да? Жестко. Балбес. Так, ладно, пошли. Никуда я с тобой не пойду. Пойдешь. Положи на место, а не то я... Обижусь! Ранимый какой. Ты пункты выполнять свои сраные будешь? Ты злой. А ты тряпка. Будем знакомы. Вот так вот приснится какой-нибудь сон дурацкий, потом весь день настроение. Ты бы хоть что-нибудь из материала почитал к семинару? Она же всегда с середины алфавита начинает. Слышишь меня? Отстань. Да что отстань? Я тебе помогаю, а ты меня обижаешь. Нехорошо. Я скажу, когда помощь будет нужна. А сейчас... Отеряйся. Дома поговорим. Знаешь что? Да ты... Да пошел ты. Он не может. Я скажу, когда будет нужна, на-на-на. А я вот возьму и не помогу. Что он сделает? Ну, отличный сейчас, план. Сейчас, опять куда-нибудь зашвырнет конспект, и тем не менее. Пусть получается, неуд, мне все равно. Много чести. И вообще... Подъем, молодежь! Места уступать! Да будет! Вот-вот, развалился лук. Я это место раньше увидел. Да вы гляньте на него! Вот пошло поколение. И чего ты не выходишь? Проспал все-таки? Ладно.
Дима! Ситуации, конечно. Нет! Нет, стой, ты забыл! Меня забыл! Стой, мудак! Как теперь? Вообще из-за дурацкого сна. Блин, на дорогу совсем не смотришь, что ли? Уйди! Уйди же ты! Он вернется. Он меня заберет. Или не вернется. Так, ну давай, Зубрилов, какой мне кабине... Олежа? Бздых проклятый, ты где? Слишком обиделся, тихо. А? Тебе лучше появиться, а не то... Не то... Чёрт, да где же? Наконец-то заметил! Не то... О, чёрт! Чёрт! Где? Чувак, аккуратней, можно? О, шашлык, тоже сваливаешь? Я, да, мне кое-что надо, это... Пацаны, ну вы идёте или как? О, шашлык, ты вовремя! Что? База на Волкова 12, помнишь? Что? Ну да, помню, но мне идти надо на самом... Не тупи, Димас. У них окно на сегодня освободили. По скидке. Порепетируем, наконец. На четверых сообразим. Я как раз тебе СМС пишу. Никто не пользуется СМС. Пошли скорее, там всего час, ты с нами? Когда вы в последний раз писали СМС? Ну типа, не где-то там ВК, не ВК, а вот именно СМС. Конечно. Погнали. Ну чё, народ, чё у нас сегодня там будет? А! Здорово. Чего разорался, молодняк? Бледный вон какой. Призрака увидел, что ли? Шутки за 300. Вы меня видите? Ну, как видишь. Вижу. Тебе повезло, малыш, что я был рядом. Не суйся на ту половину. А это там... Это то, о чем я думаю? Да, малой, не бери в голову. Нечего тебе там делать. Ну, конечно, только если ты сам не из этих... Не из каких? Из тех безвольных слизняков, что при малейших проблемах в жизни решают трусливо перед ней капитулировать. Слышь, жопу себе капитулируй, старпер! Ты нихера про мою жизнь не знаешь! Не лезь! Ой, простите, извините. Твоя драгоценная жизнь как-то случайно, наверное, оказалась прямо под колесами моего состава. Я твою жизнь всю целиком на лобовом стекле рассмотрел. В деталях. Да ты долбан слепошарый! Мог бы и по тормозам вовремя ударить. Я тебя сейчас ударю, мразь малолетняя. Как же, ну свою ударил, алкашня сраная. Ты про мою жену сказал? Не из этих он, Лёша. Я тебе сейчас по щам навесу. Не из этих. Я на дух ходил в пятом классе. Давай, иди сюда, попробуй с этими киликами ручонками. Как тебя звать, сынок? Олежа я. Я не из этих, честно, я случайно, это все случайно вышло, и то, что я здесь, тоже случайно. Погодите, а как вы это поняли? А ты думал, Господь просто так привидению разные цвета раскрасил? Вон, Лешенька, зеленый весь, это отравление означает. Пашка вон серый, сам руки наложил. Грех это, конечно. Симс какой-то. Так, я понял. А другие цвета? Вот мой друг, когда умер, был фиолетовым. У него был инфаркт. Это, получается, цвет смерти от... Случайности, да. Несчастный случай то, как у меня. Минутку. Как случайности? Я ведь тоже совершенно случайно. Я же не... Что это значит? Убиенный, сынок. Синий всегда убиенный. А ты вот голубой, как июльское небо. Ох, небо июля, прости. А ты вот голубой. Димас, вали от комбаря, заводятся же. Да, сорян, задумался. Телекастер, ну вообще вещь. К шашлыку больше не наливать.
Гаги, ты сбиваешь ритм, что-то не так? Я вношу в эту унылую какофонию немного драйва. Понятно. Ребят, а дальше что играем? Может, Трикса? Или... Ребят? Юль, давай к микрофону, что ты все вьешься у этого додика? Завидуешь. Время, время. Хочу и вьюсь, ты тут не главный. А кто главный? Вот этот, что ли? Я могу. Он может. Всю ночь. Да, вот, провокаторша. Ну ладно, пошли. Перерыв, да, ребят? Окей, давайте, только недолго. Я пока еще порепетирую. Помочь? Я скажу, если помощь будет нужна. Я сама. Гаги! Он не вернется. Я не понимаю. Это же была случайность. Кто мог меня убить? Кто хотел мне смерти? Кому я нужен вообще? Сынок, не переживай. Мне тоже казалось, что люди хорошие. Ошиблась. А что случилось с вами? И с ними? Откуда вы столько знаете? Ну, Пашка дурак был. С роднёй поругался и решил, значит, с жизнью счёты свести. Припугнуть хотел. Ты не рассчитал, и под колеса. А машинист, Алексей? Так Лёшка тем поездом управлял. Они один другому привязаны. И все собачится, кто в чьей смерти виноват. А вы? Что произошло? Знаешь, иногда кажется, ну и что? Что что-то не так идет. У всех же так. Все терпят, у всех плохо. У тебя не хуже. Так и живешь в своем, могло быть и хуже. Да не замечаешь, что и лучше могло быть. Петенька мой любил меня, говорит, до Луны и обратно. Тогда как раз Гагарин летал, знаешь такого? И он обещал все. Вот стану космонавтом, Нюрка, заживем. А пока жили, как жили. Сидела и ждала все чего-то. Ну и дождалась. Ветер перемен. Шторка шелковая. Папа из Италии привез. Раритет. Знаешь, как горит? Ой, хорошо горит. Будь нужна кому-нибудь, может, и осталась бы. Вы потрясающий человек. Личность. Не слушайте этих... Не этих. Мне очень жаль, что так произошло. Спасибо, сынок. Баб Нюр, а опять внимание привлекаете? Ой, кто бы говорил. Да тихо вы, хоть на минуту, прекратите поносить друг друга. Вам же вечность вместе находиться, вы до конца света ругаться будете. Не вечность. Я вижу свет, сынки. Совсем баб крикнулась. Дальше всех тут. Я слышу. В голове. Мальчик исполнил то, что держало меня, отнесся, как к человеку. Я случайно. Говорите же, что с вами происходит? Что там? А теперь вам интересно меня слушать. Ладно уж, тут человек, он в маске. Нет, не может быть. Я... Это перерождение? Я читал о таком. Прощайте. Прощайте, мои хорошие. Выход есть. Просто поймите, что вам для этого нужно. Да хрен его знает. Извиниться перед мамой. Кукольный домик для Катеньки. Найти убийцу. И мы сделаем это. Жизнь в этой пыльной каморке не заканчивается. Ну... То есть как бы уже закончилось, ну, вы поняли, короче. Видите, как важно слушать друг друга? Не ругаться. Мы будем работать вместе, помогать друг другу и... Ну, короче, это тетрадка обычная такая, потрёпанная. Дима! Весь настрой сбил. Да, я уже нашел. Я знал, что ты вернешься. Забери меня, пойдем домой скорее. Мне столько тебе надо рассказать, ты не поверишь. В общем... Так, кукольный домик для дочки. Моя мама работала в детском мире. Звучит как план.
А потом она санигилировала. Чего? Сколлапсировала в никуда. Так, давай по-русски. Исчезла, короче. Она переродилась. Значит, и я могу. Ну, что мы обо мне все? Расскажи, как у тебя прошло. Ты сдал? Я... Прости, что наехал утром. А можешь повторить? Чё? Ну, вот эту часть про «прости, я был неправ, Валежа, ты мне очень помогаешь, что бы я без тебя делал, я зашоренный дурак». Форточку-то прикрой. Я ж тебе еще раз могу случайно где-то оставить. Дима нет. Дима да. Дима да. Дима, почему ты их не забрал? Тех твоих призраков? Ты что, неудобно, я же не обещал. А ты куда смотрел? Да каких призраков? Ты один там был нахрен. Интересно. Индук тут. Ну что, ребят, спасибо огромное за просмотр. Феникс Студия, спасибо огромное за третью серию. Я не ожидала, что буду тут плакать, но это было очень трогательно. Вот интересно, собаки тоже призраками? Ну, не собаки, а животные тоже призраками бывают? Потому что вот на животных самое обидное, блин, наверное, смотреть на животных. На животных и... Да. Так, кому понадобилось убивать Олежу ботаника-заучку? Это странно. Это очень странно. Что он мог такого, блин, натворить? Будем ждать. Но я не думаю, что это в третьей серии раскроется, и не в четвертой, и не в пятой. Думаю, это уже ближе к концу. Я не знаю, скольки серийный он будет. Но нам остается только ждать или читать комиксы. Я уже столько комиксов хотела прочитать, но у меня не хватает просто времени, чтобы все их прочитать. Поэтому ждем четвертую серию, потом пятую, шестую. Да, и лайкосик, подписочек, колокольчик в описании. Феникс анимации нужно обязательно лайков отсыпать, потому что, да, ребята стараются, ребята делают. Чем больше актива, тем быстрее, возможно, выйдет серия. Да, и все. Пока-пока. I do right now.